До студії «Нового дня» завітала Любов Варюхіна, заступник директора Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького та завідувач відділу обслуговування користувачів Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Наталія Морко. Вітаю вас! Доброго дня! Миколаївська книга святкує своє 15-річчя. Хотілося б дізнатися про найголовніші, найяскравіші досягнення, які здобула виставка місцевих видавництв. Действительно, на улице сейчас такая бодрящая весенняя погода, но нам хочется порадовать николаевцев таким ярким событием в культурной жизни нашего города. И с большим удовольствием мы хотим пригласить всех гостей и жителей на 15-ю выставку местных издательств «Николаевская книга», которая открывается завтра, 20 апреля в 14 часов в Центральной городской библиотеке имени Кропивницкого по адресу Потемкинская, 143А. Эта выставка продлится в течение двух недель, до 28-го, а в связи с погодными условиями до 29-го, даже мы перенесли субботнее мероприятие 22 апреля на 29-й, надеемся, что погода будет способствовать нашим весенним прогулкам, книжным прогулкам по городу. Но хочется сказать, что 15-я выставка, число 15, это уже говорит о какой-то успешной истории этого большого культурного мероприятия. Выставка — это большой праздник Николаевской книги, краеведческой книги. Это мероприятие организовывает Центральная городская библиотека совместно с другими библиотеками, членами Николаевской областной библиотечной ассоциации при поддержке Николаевской облгосадминистрации и Николаевского горсовета. И, по сути, это популяризация краеведческой книги, популяризация краеведческих знаний и информации через книгу и через чтение. И организовываем мы это совместно, конечно же, с николаевскими издательствами. Я хочу напомнить, что такая выставка проходит и приурочена она к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля. Практически все николаевские издательства, частные предприниматели, издатели, издательские центры высших учебных заведений принимают участие. И в разные годы у нас на выставке была представлена книжная продукция издательств примерно от 15 до 20 издательств. В этом году у нас будет представлена продукция 18 книжных издательств, предпринимателей, издательских центров. Нужно сказать, что это, пожалуй, самое крупное вот такое книжное мероприятие, и правильно назвать его не только выставкой, это не только просмотр книг, и в течение двух недель можно прийти в библиотеку, познакомиться, посмотреть, в том числе и книжные новинки, но в том числе и ретроспекцию. Мы стараемся, пожалуй, это единственный раз в год, вот так книги собираются в одном месте, и горожане могут посмотреть как ретроспекцию наших книжных изданий краеведческих, так и книжные новинки. Обычно на выставке представлено от 400 до 600 изданий, из них примерно четверть – это новые книги. И, конечно же, выставка – это книжный форум, это книжный праздник, это книжный фестиваль. Безусловно, всех горожан в программе выставки ждет много литературных встреч, автограф-сессий, презентаций книг. У нас проходят тематические дни, программа тематические дни и дни издательств. Программа выставки очень разнообразна. Мы стараемся делать мероприятия для молодежи. Несколько раз у нас была ночь в библиотеке. В этом году у нас молодежный буквест «Литературный Николаев». В этом году у нас в рамках выставки литературная поездка на Кингу, организованная выставка? Национальным природным парком «Белобережье Святослава». Что еще можно сказать о выставке? В 2007 году в рамках выставки был основан областной конкурс «Лучшая николаевская книга». И, в общем-то, в этом году уже будут подводиться итоги 11-го конкурса «Лучшая николаевская книга». Выставка обязательно имеет арт-сопровождение. И все посетители выставки имели возможность в разные года увидеть картины из музея Верещагина областного, из дома художников, наших известных николаевских художников Ольги Артым, Геннадий Молчанов,
Дмитрий Ергачев. Да, Дмитрий Ергачев был одним из первых. Серафима Елена Махитан, да, Сергей Николаевич Росляков. Были у нас представлены фотовыставки. Александр Ус, Дмитрий Мац, Сергей Гусев. Были представлены выставки наших коллекционеров. Юрия Любарова, Вадима Юрлова и многих других. То есть нужно сказать, что мы ждем гости, и ждем не только Центральная городская библиотека, но и другие библиотеки. Это областная библиотека для детей, областная библиотека для юношества, научно-педагогическая библиотека, Центральная детская библиотека имени Шуры Кубера и Вити Хоменко. На их площадках, на площадках этих библиотек также пройдут мероприятия. Ну а какие, я думаю, что дополнит еще моя коллега. Я хочу сказать, что действительно великую историю вы рассказали, и хочется просто заслухивать, скільки здобутків, скільки всего яскравого, але ось чим будете добувати цього року, що особливо буде на 15-й ювілейній виставці місцевих видань? Смотрите, как каждое хорошее начинание, с годами оно приобретает свои хорошие традиции. И одной из хороших традиций выставки издательств является, наверное, то, что проводятся тематические дни. Все встречи, они как-то так организованы, стараются организовать их, рассчитаны на разные вкусы, интересы наших горожан, на разный возраст. И поэтому в этого года у нас вырисовались такие интересные дни тематические. Это как и будет присутствовать день детской и юношеской книги, поэтическая пятница традиционная, будет день историко-краеведческой книги. Вот. На второй день выставки мы предлагаем встречи, которые возникли, в общем-то, мы будем презентовать книги издательства «Илеон». То есть 21 числа будут презентоваться книги «Илеон». И, как видите, каждой встрече вот в нашей библиотеке подготовлены такие интересные афиши, анонсы, которые будут располагаться непосредственно на всех культурных афишах и интернет-изданиях нашего города. Ну, в первую очередь на афише сети, вот, на страничке библиотеки в социальной сети Facebook. Вот, и вот начиная, скажем, ну давайте, наверное, по порядку, давайте, с 20 числа. 20 числа, да? С відкриття, да, самой выставки. После торжественного открытия, которое состоится в 14 часов 20 числа, в 15:30 мы ждем на первую встречу выставки, которая идет под рубрикой «Патриотичная варта» и имеет название «Нарысы наоголошеної війни». На ней будут презентованы книги непосредственно участников АТО или инициированные по результатам, по событиям, которые вот разворачиваются сейчас у нас на Востоке в зоне АТО. И в частности, в первую очередь сказать надо о книге «Неудобные зарисовки гибридной войны», автором которой является Алексей Пайкин. У нас в городе довольно-таки известный человек, бывший спортсмен, многократный победитель различных соревнований. И начинающий прозаик. И, что самое важное, он три ротации был непосредственно в зоне АТО, в самых горячих точках. И непосредственно в этой книге и отражены с первых уст, можно сказать. Да, с первых уст. То есть это завтра в 15:30. Сразу после открытия выставки мы приглашаем на встречу из серии «Патриотична варта», из рубрики «Патриотическая варта». Уже по предварительным данным к нам обращались многие из военных учреждений, из воинских частей, которые хотели бы поприсутствовать непосредственно в этом и принять участие в этом живом разговоре, на этой встрече. На следующий день, наступного дня, 21 Да. Скажем так, Александр Финогеев, тоже известный Николаев прозаик, человек интереснейшей же судьбы, военный врач, который уже пробует себя и как прозаик. Непосредственно это шестая книга автора, и почему назвали так «Замалевки из натуры»? Автор умеет тонко подметить интересные детали, судьбы людей, с которыми встречался, и передать это в своих кратких новеллах и очерках. Так, не будем пропускать. У нас в пятницу одна из встреч будет проходить на площадке научно-педагогической библиотеки, и впервые здесь представит свою продукцию
в 14 часов издательский центр Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко. Это у нас новый участник. Луганский университет размещается в связи с событиями на востоке Украины. Сейчас размещается здесь у нас. Это большой друг, в частности, нашей библиотеки научно-педагогической. И ведущий преподавательский состав представит именно учебную литературу и научную юридического направления. И вечер 21 числа завершит встреча, презентация новой книги из литературно-художественной серии «Одаренные мудрости». Книга очень интересно написана в формате коллективного интервью, и в ней, ну, в общем-то, идет речь непосредственно об известном Николаеве человеке, психологе, педагоге, литераторе Илье Стариковой. Формат, как я уже сказала, книги очень интересен, что многие известные николаевцы задавали Илье Моисеевичу ряд вопросов. И он с тонкой, ему только присущей философией, на многие вопросы отвечал и очень заслуживает внимания его точки зрения на многие события. Знає роботи Ілі Моїсеєвича, про те, що всі його роботи побудовані саме на діалогах, на практичних якихось знаннях. І думаю, що це буде дуже цікаво дізнатися для миколаївців відповіді на хвилюючі питання. Розділяю ваше мнение. Потім хотіла сказати, 22 числа, в суботу, у нас планували очень интересный, масштабное в новом формате мероприятие. В основном рассчитано как-то, ну, больше мы рассчитывали молодежь встряхнуть. И у нас должен состояться был литературный буквест по, скажем, литературной карте города Николаева и перформанс литературный, который был посвящен вот тоже одной из лучших традиций нашей николаевской книги. Литературный буквест та литературный перформанс наши телеглядачі могли дізнатися з наших минулих ефірів. Я думаю, що їх зацікавила ця подія. Да, наши молодые ребята, специалисты, инициаторы приходили уже к вам на эфир, но мы хотим просто обратить внимание, что с 22 числа запланировано перенесло на 20... Все мероприятия перенесены на 29 число, то есть буквест молодежный не отменяется, перформанс не отменяется, все состоится только 29 апреля. А также и поездка на Кинбурн, так называемое литературное путешествие «Два берега», тоже состоится только 29 апреля. Да. Ориентировались на прогнозы, ожидается прекраснейшая погода на следующую субботу, 29 апреля. Я думаю, что перенесение цієї даты не повпливає на гарний настрій, на якісь чудові події, які будуть відбуватися. Нужно отметить, что всех участников, посетителей выставки ждут призы, викторины, розыгрыши. В одном из розыгрышей навіть ми брали участь. Да. Ну и если мы говорим о телерадиокомпании, да, Николаевской региональной дирекции национальной телерадиокомпании, то с большим удовольствием хотим пригласить 24-го в понедельник, 24 апреля в 16 часов в библиотеке Кропивницкого состоится презентация двух телевизионных проектов «Справа номер» и «Город и знаки». Гостями данной выставки будут Ярослав Владимирович Индиков и Сергей Сергеевич Макарчук, Александр Викторович Пранкевич, Юрий Иосифович Любаров. Я не говорю о регалии этих людей, это достаточно известные в нашем городе, известные деятели, очень интересные гости. Я думаю, что встреча должна быть также быть очень интересной. Да. Ну, мы начали понедельник с самого последнего мероприятия, которое вечером состоится, но будет еще также несколько встреч. И самое главное, чем особенно эта выставка, у нас в гостях в городе Николаеве будет Громовица Бердник, дочь известного украинского писателя Олеся Бердника. Фантаст. Да. Многие и, поколения да, николаевцев воспитанные на этом инициатором таких встреч в этом году выступил наш новый партнер, Николаевский областной институт последипломного образования, педагогического образования. И первая встреча с Громовицей Бердник для педагогической общественности Николаевщины, для учителей, пройдет в 10 часов именно на базе этого института. Затем в понедельник пройдет еще одна встреча на площадке научно-педагогической библиотеки. Смотрите, сколько мероприятий расширяется. Уже по несколько мероприятий идет и в других библиотеках. В частности, в научно-педагогической библиотеке будет удивительная встреча, презентация книги «Уникальные путешественники XIX века», написанная преподавателем Черноморского национального университета имени Петра Могилы Йосиф Михайлович Шкляш.
называется она «Живая книга». Сам автор книги выступит живой книгой. И что важно, именно во время этой встречи школьным библиотекам будут переданы, автор дарит книги. Нужно сказать, что есть хорошая традиция во время Николаевской книги дарить библиотекам книги. Авторы дарят, гости, издательства. И за 15 лет порядка 4000 книг было передано только нашей Центральной городской библиотеке. На жаль, завершився наш ефірний час. Ми дякуємо вам, думаємо, що все буде добре у Миколаївської книги.